Здравствуйте, друзья! Раз вы меня смотрите, значит, я уверен, вы занимаетесь каким-либо бизнесом. Возможно, у вас традиционный бизнес. Возможно, вы дистрибьютор или партнер какой-то MLM-компании. Возможно, вы просто работаете по найму. Или у вас другие источники дохода. Абсолютно нет разницы. Я уверен, что у каждого из вас есть своя мечта. Мечта воплотить чего-то большего в жизнь. То, что вы бы хотели помочь себе, в первую очередь, естественно, и другим людям. Такая же мечта есть и у меня. И всегда на началом такой мечты, на осуществление, правильно бы сказать, такой мечты, естественно, в первую очередь не хватает чего? Не хватает финансов, не хватает денег. Особенно для тех людей, которые хотят начать какой-то свой новый бизнес, которые находятся на стартапе. Я сам начинал несколько стартапов, я знаю, как катастрофически не хватает денег в эти моменты. И вот, друзья, я всегда, сколько я уже 20 лет занимаюсь бизнесом, и я всегда решал эту проблему найти деньги для осуществления своей мечты или для старта своего бизнеса. И вот, наконец-то, я нашел. Друзья, я увидел эту гениальную идею в интернете, которая буквально несколько лет назад только появилась и уже семимильными шагами идет по всему миру и дает свои глобальные, масштабные, громадные результаты. Называется эта система краудфандинг. Давайте наберем в интернете, в Википедии и почитаем, что же такое краудфандинг. Итак, краудфандинг – это народное финансирование. Крауд – это толпа от английского, и фандинг – финансирование. То есть это коллективное сотрудничество людей, доноров в скобках, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Сбор средств может служить для различных целей. Это и помощь пострадавшим от стихийных бедствий, поддержка со стороны болельщиков, поддержка политических компаний, финансирование стартап-компаний, друзья, и малого предпринимательства. Вот это то, что нам в первую очередь и надо. И создание, тут еще пишут, создание свободного программного обеспечения, получение прибыли от совместных инвестиций и многого-многого другого. Но самое главное, нас интересует финансирование стартап-компаний и малого предпринимательства. То есть финансирование и осуществление нашей с вами мечты. Вот и мы, друзья, с нашей командой «Прорыв» в рамках первого онлайн-маркетинга университета решили воспользоваться этой возможностью и провести такой бизнес-саммит. Глобальный такой международный бизнес-саммит в замечательном городе Дубай. Вот. Ну, кто не был, я очень рекомендую там побывать. Это, знаете, как побывать в будущем человечества где-то так на лет 50. Причем такой лучшей его версии. Вот. Так вот, друзья, там мы соберем лучших спикеров, вот, которые обучат нас с вами, ну и я в том числе, обучиться в первую очередь финансовой грамотности, как зарабатывать в интернете и самое главное, как создавать свой бизнес в интернете. Потому что сами понимаете, весь бизнес переходит в интернет, вот, и как говорил Билл Гейтс, если у вас нет бизнеса в интернете, у вас нет будущего. Вот, поэтому, друзья, давайте соберемся в этом замечательном городе, это будет весной 2016 года, в марте, вот, проведем классное время, вот, научимся, совместим полезное с приятным, и самое главное, еще классно-классно отдохнем. Система краудфандинга очень проста. Уже создана площадка via Zoom, с помощью которой мы сможем сами жертвовать на другие проекты и собирать на, деньги, принимать деньги на реализацию своего проекта, своей мечты. И самое главное, помогать нашим партнерам, нашим друзьям, которые придут по нашей рекомендации, тем, которым мы дадим информацию об этой уникальной возможности, также помогать им осуществлять и реализовать их мечты. Цена вопроса всего лишь $50,
100 долларов или 200 долларов. То есть есть три варианта, когда вы можете пожертвовать на реализацию чужой мечты, чтобы получить право как бы участвовать в этой, на этой площадке и, естественно, собирать пожертвования на реализацию своей мечты и помогать своим друзьям и партнерам также реализовать их мечту. Сейчас я кратко покажу, как распределяются финансы. Что надо сделать самое главное на первом этапе? Это, естественно, самому пожертвовать, ну, например, 50, 100 или 200 долларов, как я говорил, на реализацию той мечты, пожертвовать той мечты, которого, того человека, который вас проинформировал про эту возможность. Вот. И после этого пригласить двух человек, которые также захотят реализовать в первую очередь свою мечту, ну и, естественно, пожертвовать на реализацию вашей мечты. Это самое главное условие для того, чтобы вы успешно смогли собирать пожертвования, собирать финансы для реализации своей мечты и помогать своим партнерам также реализовать их мечты. Я сейчас не буду детально объяснять, как идет перераспределение денег, потому что это займет очень много времени. Вот. Конкретный план перераспределения денег вы найдете здесь под видео, у меня внизу под видео. Вот, вы сможете это найти. Вот. А я просто покажу цифры, чтобы вы понимали, вот, как мы можем собрать на свою мечту, на свой проект, естественно, помогая другим делать то же самое. Вот этот главный принцип краудфандинга, да? Вот. Помоги другим реализовать их мечту, и ты реализуешь свою мечту, да? Такой закон Вселенной. Видите? Вот, смотрите, ну, на первом этапе мы получаем сразу 400 долларов от своих двух личников, вот, напрямую, и 320 их жертвуем тем людям, которые проинформировали нас про эту возможность. Да, у нас остается 80 долларов на нашем кошельке. Вот, после этого мы уже собираем, естественно, наши партнеры тоже начинают информировать других людей. Мы также, ну, в принципе, хватает двоих, вот, это самое главное, основное. Вот. Мы начинаем собирать дальше в дальнейшем пожертвования. То есть пожертвования идут не как вот в классическом там MLM, да, разрастается структура так, такого плана, а она как бы люди становятся один за другим. То есть вы понимаете, здесь очень выгодно тем, что мы помогаем своим людям также быстро, как бы подталкивая друг друга, получать вот эти вот финансовые деньги на реализацию своей мечты или ихней мечты, да, друзья. Так вот, тут мы уже получаем собранные 1280 долларов, 640 мы отдаем на реализацию мечты тех людей, которые нас проинформировали до этого. У нас остается 720 уже наших денег. Здесь мы собираем уже на этом этапе 2560 долларов, из них 1280 отдаем. Вот, потом 5120, 2560 отдаем, у нас уже скопилось 3280 долларов, потом собирая 10240, мы отдаем 2560, уже 8400 у нас остается на кошельке, потом собираем 20480, из них отдаем 5120, то есть схема такая, чем больше собираем мы денег в итоге, получается, тем меньше мы уже их отдаем. Вот. Почему? Потому что ну, уже все больше и больше деньги накапливается на нашем кошельке для реализации уже нашей мечты, чтобы мы побыстрее могли собрать на реализацию своей мечты и помочь уже своим людям реализовать их мечты. Дальше эта цифра растет, 23 760, 34 074, 115 тысяч и так дальше. В принципе, эта цифра может вырасти до миллиона долларов. Вот, законодательством разрешено собирать до миллиона долларов благодаря этой системе. Уже свыше миллиона долларов все это надо декларировать, там, записывать, получать специальные разрешения и так дальше. До миллиона долларов это вообще свободно можно собирать. Вот, друзья. Но, естественно, там, ну, миллион долларов, ладно, это такая аморфная цифра. Это у тех людей, у которых такие глобальные мечты осчастливить все человечество, они могут собрать, естественно, миллион долларов. Я в этом не сомневаюсь. Но я думаю, если мы с вами соберем вот эти вот цифры,
цифры, хотя бы там кто-то 23 760, кто-то там 34, кто-то 74 тысячи долларов, кто-то 115 долларов, вот как мы в команде «Прорыв» решили для реализации нашей мечты, для создания первого онлайн-маркетингового университета, друзья. То я думаю, все будут очень вполне довольны, вот, и поблагодарят тех людей, которые их проинформировали про эту возможность, друзья. Вот как это работает. Ну, первое это то, что вот вы видите сертификат, выданный в октябре 2015 года, то есть буквально недавно, о том, что VZoom это бенефис корпорации. Второе, здесь мы видим сертификаты на право заниматься деятельностью краудфандинга. От себя добавлю, что в апреле 2012 года президент США подписал новый закон под названием Jumpstart Business, позволяющий стартап-компаниям собирать до 1 миллиона долларов посредством краудфандинга, без подачи бумаг и регистрации на продажу акций, как практиковалось ранее. Завод и вывод денег мы будем осуществлять через Advanced Cash, то есть это кошелек, один из лучших в мире, очень удобный. Вот, можно заказывать свои карточки, очень простой ввод и вывод денег. Причем очень быстро и также на ваши карточки, на ваши личные карточки, если вы не хотите заказывать карточку от этого кошелька. Деньги будут храниться в английском банке, знаменитом Barclays Bank. Вот, история этого банка насчитывает уже более 300 лет.